Здравствуйте. Сегодня мы проводим предпродажный осмотр двигателя, снятого с автомобиля Volvo XC60 2010 года выпуска, объемом 3 литра турбо B634T2. Пробег двигателя составляет 56 тысяч. Производим визуальный осмотр двигателя. Дефектов не выявлено. На данный двигатель имеется сопроводительный пакет документов. Грузовая таможенная декларация. Производим визуальный осмотр свечей зажигания. Производим проверку пневмотестером. Герметичность цилиндров в пределах допуска. Также имеется видеообзор работающего двигателя. Это 2010 год, Volvo XC60 с бензиновым двигателем. Это 3.0 турбо. Сразу же покажу работу двигателя. Работает отлично, выглядит тоже он без потеков, все жидкости присутствуют, удачный двигатель. На автомобиле всего лишь 56 тысяч, ошибок по двигателю нету. Вот автомобиль у нас поехал без проблем, коробка передвигается тоже отлично, плавно. Производим визуальный осмотр стенок цилиндров эндоскопом. Также осматриваем клапаны и поршни. После осмотра двигатель маркируется термопломбой, индикатор перегрева. Перед размещением на склад двигатель законсервирован. При обращении на станцию Евроавто действует расширенная гарантия. Наши специалисты помогут с подбором двигателя, а квалифицированные механики произведут установку агрегата. Двигатель готов к установке.